погиб при исполнении. Сегодня, 15 апреля, около 7 утра на автодороге в 45 километрах от Балхаша в сторону Караганды произошло дорожно-транспортное происшествие. Грузовая автомашина «Вольво» под управлением 41-летнего водителя столкнулась с патрульной автомашиной «Киа Рио» под управлением 33-летнего инспектора областного батальона патрульной полиции. К сожалению, в результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм скончался пассажир, 46-летний Хайдар Уразбаев, инспектор областного батальона патрульной полиции, который находился на службе. Также водитель спецавтомашины доставлен в медучреждение. Руководство и личный состав органов внутренних дел Карагандинской области выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего сотрудника. Старший лейтенант полиции Хайдар Уразбаев работал в органах внутренних дел с сентября 1995 года, женат, воспитывал 4 детей. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 345, часть 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.